Ваши первые впечатления от фестиваля? Вы знаете, я первый раз у вас. Утром солнце было. Потом мне говорят, идти надо на звездную дорожку. Дождь пошел. А сейчас опять солнце появилось. Поэтому потрясающее первое впечатление. Дождь ведь удачи. Удачи вам. И вам удачи. Главное, знаете, три вещи важные. Это здоровье, работа и удача. Потому что на «Титанике» все были здоровы и удачны, то есть здоровы и богаты, а удачи-то у них. Так что удачи. Я очень рада, что я вижу так много веселых и радостных лиц. Это значит, уже не зря приехали. Это значит, люди рады этому фестивалю. А это, на самом деле, самое главное – положить на эмоции. Ваши впечатления? С благодарственным письмом губернатору Ульяновской области награждена Нестерова Гришаева Нонна Валентиновна, художественный руководитель Государственного автономного учреждения культуры Московской области, Московский областной государственный театр юного зрителя, заслуженная артистка России. Спасибо большое за оказанную честь, за приглашение. Во втором отделении я постараюсь оправдать эту награду. Спасибо. Благодарственным письмом губернатору Ульяновской области награжден Александр Владимирович Олешко, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Творческого союза, заслуженный артист России. Спасибо огромное, друзья. Вам предстоит еще общаться со мной 2 часа, так что я ничего не буду говорить. От всей души спасибо. Сергей Иванович, а сейчас самое время открывать кинофестиваль. От всей души объявляю фестиваль открытым. Вас в этом гостеприимном зале от всей души.